Всім привіт, ви на каналі Star of Games, і сьогодні ми продовжуємо грати Гаррі Поттер і напівкровний принц. Ну, спочатку я зняв, але звуку не було, та я просто перезніму відео. Так, що у нас йдемо на завдання до Герміони. У нас були ті завдання, але то, коли знімав, то відео, то звуку не було. Тепер йдемо на завдання до Герміони. Привіт, Гаррі. Ты готов к зельеварению? Я искала в библиотеке, но там нет ничего по крестражам. Я тут подумала, если на сегодняшнем уроке ты сваришь хорошее зелье, может, профессор Слизнорд проникнется и расскажет тебе о том, что скрывает от Дамблдора. Да, да, это хорошая мысль. О нет, Маклагин! По сравнению с ним Грох истинный джентльмен. Увидимся на зельеварении. Эй, Грейнджер, Грейнджер! Значит, она теперь с Маклагином? Ну, они были вместе на рождественской вечеринке у Слизнорта, но что-то у них не сложилось. Да? Слушай, пойдем-ка за Герми... на зельеварение. Так, мы, короче, идем на задание. Так. Ага, тут мы уже забрали. Так, тренировочный поле. Так, это тут у нас как? Инсендио! Я знаю, Рон. Я знаю. Так, 67. Ну, я сейчас забрал значки уже 66. Так. Это все треба брать. Так. Так, цем. Тут. Тут. Так, тут. Привет, Поттер. Я состою в лучшем дуэльном клубе Хогвартса, Слизеринском. Ты вроде как неплохо дерешься. Можешь вызвать меня на дуэль. Да что ты, спасибо. Я спешу на урок. Я не прошу, а приказываю. Остолбеней! Так, ты меня уже достал. Я сказал, что я иду на урок, а ты не чуешь еще, но не мнюк. Да я и не старался особо. Приходи в наш клуб в мощеном дворе, вот там тебя взгреют. Почему слизеринцы такие неудачники? Пойдем, а то опоздаем. Да-да, это точно. Так, значит, мы там значок забрали, теперь тут у нас. Так, теперь тут... Рибару! Так, теперь тут значок собираем. Так. Так, 68. Не, 60 дает уже, так. Перейдем сюда. Так, у нас нема ничего добре. Так, дать, ага, Ролан. Так. Еще тут. 70. И тут значок. 70 ПД. Семьдесят два. Так. Перейдем сюда. Так, куда там? Ага, далее. Это тут же. Я хотел знову щось так круто. Так, куди там далі? Рон, да. Давай веде. Так.
Так, это лучше. А, уже все забрали. Стойте! О! Куда вы полетели? А ну быстро ко мне! Гарри, избавься от нее, Гарри. Я думал, что вы вместе. Ну, я... Ты скажи, что влетел в стену на квиддиче, или что-то вроде того. Так, Лаванда Браун, да? Так, да нам... Вообще не трава. В чем дело? Кто-то заколдовал мои книги. Они вылетели из сумки, и теперь я не могу их поймать. А ну вниз! Так, ты пробовала подействовать на них чем-нибудь еще, кроме крика? Вроде заклятия левитации. Нет. Если бы Бон-Бон был, он бы что-нибудь придумал. Ты его не видел? Нет. Так, если я подниму твою сумку в воздух, можно будет попробовать поймать в нее книги. Так, отсюда. А, вот одна. Да. Собирайтесь в сумку. Спасибо. Бон-Бон делал домашнюю работу по этой книге. Так. И пять. Спасибо. Ты уверен, что не видел Рона? Да, видел. Он был в башне прорицаний. Что ему там надо? Он больше не занимается на прорицаниях. Он сказал, что хотел спросить о чем-то важном, о своем будущем. Это, наверное, о нас. Вот за что я люблю Бон-Бона. Он всегда думает о нас. Спасибо. Ты готов к зельеварению, Бон-Бон? Все точно. Так. Ромео и Джульетта, это точно. Так, ага, мы тоже значок забрали, 73. Так, теперь идем, ага. Так, спочатку мы тут берем тут значки, а то, что тут у нас... Так, идем, короче, на урок. Быстрее, быстрее, у нас много работы. Начнем с протеи. Итак. Что это за яд? Кто готов ответить? Мисс Грейнджер, ну, конечно. Тут нужно сильное противоядие. Думаю, стоит начать с касторки. Хорошо, хорошо. Гарри, мой мальчик, какие-нибудь предложения? Да, можно и так, а можно просто сунуть безуар жертве в глотку. Да-да, безуар, несомненно, сработает. Отлично, юноша, отлично! Хороший зельеделец всегда сможет нейтрализовать действие собственных снадобий. Тема сегодняшнего урока – эйфорийный эликсир. Так, эйфорийный эликсир. Побольше перечной мяты, чтобы снять побочные эффекты. Вроде потребности дергать каждого встречного за нос. Так, ага, теперь нам трогать всем. Мятные веточки. Вот тут... дымок. Мы же скоро совсем задохнемся! Так, дымок, о, не... Лоу, где? Сейчас, скоро... Слишком много дыма, Гарри! Сушеный инжир. Не всех. Капец. Три, два, один, стоп! Треба починать заново. Больше перечной мяты, чтобы... Просто за скоро... За скоро пучел, так. Чудесно, чудесно! Жалко.
Все. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Иглы дикобраза. Горькая полынь. Є, сука! Вищий бал за це зілля. Сэр, вы знали Тома Редла? У мистера Редла было множество учителей в Хогвартсе. Я знаю, сэр, вы, наверное, уже сыты по горло вопросами о Волан-де-Морте и о крестражах. Я бы попросил вас больше не говорить о них. Но, сэр... Это Дамблдор подослал вас, да? Это был он! Я просто хочу узнать о Томе Редле. Так, идем на другое задание. Ну, скажем, перший зелье на стеке то, что... Запізно або заскоро стартанув та й провалили перший раз. А потім другий на вищий бал піднялися. Так. Виходимо, коротше, там і у нас буде у нас проблеми у астрономічній башті. Ти мог би дати мені Бізар? Мені нужна хороша оцінка на зельях. Надо подмазатися к Слизнорту і розпросити його о Волан-де-Морті. Да? Ладно, я пойду перекушу. Так. МакГонагал ждет тебя в астрономической башне. Почему она прислала слизеринца? Я не твой личный почтальон. Иди и спроси ее сам. Но мракоборцы закрыли астрономическую башню. Значит, теперь они ее открыли. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Все, вся карта выкрята. Теперь лишь... Чекайно. В астрономической башне там... сила. Упорно. Хочешь, и добьешься успеха. Там будет пастка от Грепа и Гойла. Все капец. Так, нам треба... до астрономічної башни идти. Насправді, то там Гойл с Гребом сидит, как... Так, на третий поверх. Так, идем, идем. Там Греб и Гойл. Так, все. О, я помню цю. Третій поверх. Тут був один портрет то. Якогось там поверху. Тепер теж його забрали. І тут локацію змінили. Так, це тут. Це тут. Тут же. Ріпа! Так, це. 94, так. А, тут... Так, короче, идем. Мракоборцы открыли астрономическую башню? Насколько я знаю, открыли, да. Так, идем сюда. Так, дякую. Может, задержишься здесь и поищешь значок Гарри? Ага, може сюди засанучка? Ні, не сюди, по-моєму, треба інший бік. Тут у нас провіцяння. Так, йдемо, коротше, на низ. А, на там, на темні сили, по-моєму. Захист від темних сил. Нам треба, коротше, йти іншого боку, коротше.
Чекай. Профессор МакГонагалл сейчас в астрономической башне? Боюсь, я сегодня не был в той стороне. Удачного тебе вечера. Так, я в башне, да. А, ось воно. Але тут ще треба збирати. Да, це пастка від Грепа і Гойла. Чого тобі, Поттер? Хотів віддихнути від ідіотів. Не вийшло. Ти придурок. Ніхто тебе тут не чекає, крім нас. Привіт від Малфоя. Ага, вріж йому. Попався. Так, получай. Полетай трохи. Давай, Гойл, ты ще свою дупу. Дай-ка мне. Ну что, Поттер, будем драться? Да, не уздей, мазафака. Сам полетай. Все, падай. И стали. Где Малфой? Там, где ты не найдешь его. Ты не должен был говорить ему этого, идиот. Важно, ему отсюда не выбраться, да? Боже, какие вы дурные. Шейка Малфоя, які ви дурні. Дякую за підказку, де він подівся. Дякую. Так, нам треба ключ ремонтувати ключ. Ріпар! Крэп и Гойл на тебя напали. И что в этом странного? Малфоя с ними не было. Иногда он вообще исчезает с карты мародеров. Смотри. Соскучился по нему. То есть он не мог вот так исчезнуть? Или мог? Так. Миона права. Нужно забыть о Малфое и сосредоточиться на Слизнорте. Как мне вытянуть из него воспоминания? Я даже не знаю, что такое крестраж. Рон! Красивая, правда? Луна. Ну да. Я все время думаю только о ней, Гарри. Я люблю ее. Как ты думаешь, она вообще догадывается о моем существовании? Еще как! Вы же с ней все время обнимаетесь. Обнимаемся? Я никогда не обнимался с Рамильдой. С Рамильдой? Ты ел эти конфеты? Мне их подарила Рамильда Вейн, и они пропитаны приворотным зельем. Рамильда? Гарри, ты с ней знаком? А можешь меня познакомить? Да, она в кабинете Слизнорта. Да, точно, она сейчас там. Пойдем. Рон, привет. Сделал домашнее задание по зельеварению? Гермиона, ты девушка. Странно, что ты это заметил, Рональд. Что лучше подарить Рамильде? Цветы? Шоколад? Не обращай внимания, это приворотное зелье. Я веду его к Слизнорту. Чтобы познакомить меня с Рамильдой. О, Рамильда. Все, Рон под кайфом. Под наркотою. Меня пора навестить Виолетту. Это точно. Под кайфом він. Так, Рональд везли под кайфом. Ник,
мистер Уизли. Я люблю ее, Ник. Я люблю ее. Где она? Кто она? Рамиль Дуэйн. Она в кабинете Слизнер. О, нет. Я только что видел ее в большом зале. Нет, не видели. Она точно у Слизнорта. Рон, пойдем. Так, Рональд Візлі під кайфом. Треба його щось повільно, поки не... ще не більше не був під кайфом. О. Папа, я тебя всюду ищу. У меня для тебя. Отстань от меня. Гарри хочет меня познакомить с Рамильдой Вейн. Бон-бон? Я все объясню, но потом. Рон, не будь ты таким идиотом. Пойдем. Так. Пойдем, Рон. Ось, привели вам хворого. Він тут наркотою. Где она? Что случилось с Венби? Уизли, сэр. Рамильда. Какое милое имя для милой волшебницы. Он случайно выпил приворотное зелье. Понимаю. Заходите. В моем саквояже как раз есть все необходимое. Приготовить противоядие не составит труда. Думаю, лучше сделать это быстро. Так. Один. Два. Ой. Два. Три. Четыре. Тихо, дым, мой мальчик. Отметно! Вы неплохо справляетесь. Касторовое масло. Пахнет ничего так, но вкус. Почти получилось! Один. Отменно! Экстракт лирного корня. Поразительно! Вы неплохо справляетесь! Почти получилось! Не сдавайтесь! Вищий бал є! Другий вищий бал! Вищий бал 2788. Вот, юноша, вам надо взбодриться. Что со мной было? Любовное зелье. Как-то мне плохо. Выпейте это. Не откажитесь от стаканчика, Гарри. Рон? Рон! Профессор, помогите! Что? Что? Отравили? Его отравили? Безуар! Блестящая мысль! Вы спасли Уинби жизнь, Гарри. Так, Рональд Визли отруївся з тим любовним зілем. І поки що його не буде по маті, буде Маклагін. І ще у нас буде, ну, наступна серія вже буде Квідич проти Пуф-Паф-Паф. Ну, проти Пуф-Паф-Паф. Єрміла? Чого їй від тебе треба, Бон-Бон? Я твоя дівчинка?
Ты не видела Гермиону? Да. Ты случайно не знаешь, какое зелье спасет Рона от Лаванды Браун? Как удачно ты вчера вспомнила о Безааре. Хорошо, что он оказался под рукой. Матч с Пуффендуем сейчас начнется. Встретимся на стадионе. Так, що ж, ми будемо прощатися. Ставте подобайки, пишіть коментарі. І наступній серії ми підемо до матчу з Пуффендуем. І, по-моєму, буде, не знаю, ще якісь там завдання. І тоді... Ну, потім може з лікарні випустити Рон і Кетті Белл. Кетті Белл, як скажемо, десь минулі частині закладував Малфой. На червоному Малфой той. Вона теж у лікарні. А потім у нас буде бій з Малфоєм. І всім до побачення, всім пока!